Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish в черном цвете 2010 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 1,8 литров, мощностью 144 лошадиные силы, АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине, литых дисках, имеется спойлер, камера заднего вида, ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 122 тысячи километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, ткань, имеется три ряда сидений, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, режим спорт, режим эко, мультируль, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.